Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и сегодня я не один, со мной... Тик-так, ребятки, всем здорово! Ребята, и прямо сегодня мы надерем задницу ему! Короче, ребята, прямо сегодня у нас будет мега эпичная битва кейсов. Тик-так мне сказал, что фейбл кейсы более окупаемые, чем новые скорпион кейсы. Да ну нафиг, я сам в шоке, только сейчас узнал. Короче, ребятки, в этом видео я буду открывать 10 скорпион кейсов, попытаюсь выбить нож. А Тик-так открывать 10 фейбл кейсов, и мы посмотрим, кому же повезет больше. MyStandoff.com — это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну что же, ты готов? Да, готов. Как говорится, девочкам вперед, поэтому ты открываешь первый кейс. То есть мне можно Скорпион открыть, правильно? Не-не-не-не. Нет, ты только фейбл кейс открываешь. Не, сейчас смотри, у тебя первый Скорпион, значит ты должен... Ладно, давай так, давай так. Первый раз меняем. Ты открываешь один Скорпион, а я один фейбл. Окей, один раз меняем. Поехали. Один Скорпион. Давай, 3, 2, 1. Поехали! И тебе выпадает... Лишь бы не сатрек. Нормально, уже 20 неплохо, голды. Неплохо. Нормально. Ничего, сейчас я тебе покажу, как правильно выбивать дорогие скины. Ребятки, я открываю фейбл кейсы, такие с тик-така. Я делаю мега секретный буст. Смотрите. Раз, два, три. Раз, два, три. Поехали! Так, я закрываю глаза. Закрываю глаза. Скажи, что аркана. Да ну нафиг! Блин! Это просто габелла. Так, какой-то. Ребята, ну это из-за того, что мы поменялись кейсами. На самом деле должен был победить я. Так, теперь ты открывай свои фейбл кейсы. Давай, давай, какой фейбл кейс открываешь? Давай, третий. Третий, давай. Да. Один, два, три. Давай, какое-то заклинание будет у нас. Давай, Кента Пыкамус, проиграмус. Давай, полетели. Кента Пытамус, выигримус. И тебе. О, легендарка, но она стоит, внимание, 15 голды. Это он мне попросил, говорит, пожалуйста, открывай фейбл кейс, я хочу выиграть. Ладно, ребят, на самом деле мы хотели купить 20 скорпион кейсов, но я случайно перепутал и купил 20 фейбл кейсов, поэтому вышел, что тик-так открывает фейбл кейсы. Пацаны, хэштег нечестно напишите. Так, ну что же, я открываю скорпион кейс, я думаю, тут даже буститься не надо, просто я так на расслабоне говорю, скорпион кейс, давай кулачок, давай мне мой любимый скорпион скретч, ну ты знаешь, он меня не подведет, смотри. Да! Блин, да как же было близко. Банана, чувак. Так, ну банана стоит... Скин жесткий. Подожди. 8 голды, по-моему, стоит. Подожди, ты получается... Получается, твоя легендарка стоит дороже, потому что она стоит 15 голды. Счет 2-0 в пользу тик-така. Я так, как говорится, даю небольшую фору нашему гостю. Ну что, открываем фейбл кейс, какой теперь, выбираешь? Теперь я хочу открыть один скорпион. Давай, да ты уже открывал скорпион. Меняем, давай. Ну давай. Ладно. Давай. По щелчку давай. Раз, два, бэм. Поехали. Так, лишь бы что-то дешевое. О-хо-хо-хо, не зря поменялись. Статрек! Обалдеть. Она 50 голды стоит. 50 голды? Если не больше. Обалдеть. Ребят, походу сейчас будет 3-0, но надеюсь не будет. Хэштег кентуха тащи. 3, 2, 1. Поехали! Фейбл. Так, нож, бабочка, давай, нож. Да ты что, чувак? Блин! Это просто жесть. Да ты 3-0. 3-0, это габелла. Так, ну что же, открывай свой любимый фейбл кейсик. Просто по щелчку пальцев. Давай, я готов, готов. Пау! Полетели на рарочку. И тебе. Ох, самурайчик пролетел. Ох, твоя любимая рарочка. Да ты что? Ну а я выбью себе нож. Я себе сейчас выбью нож. Просто смотри, давай без лишних слов. Просто я открываю. И хэштег. Полетели. Ребят, просто посмотрите. У меня дороже. Ништяк. Ой, да ты что? 1-3, я начинаю камбэчить. 1-3. Ну что же, прямо сейчас тик-так открывает фейбл кейсик. А может сразу два кейса откроешь? Может психанем? Давай! Да! Пау! Полетел. Давай, тупо буст на рарочку. Фух. 12 голды.
Так. Да, что ты, чувак, что ты, кажется, слабоватенько. Так, и второй фейбл-кейсик, давай, второй фейбл-кейсик. Давай, второй фейбл-кейсик. Стрелим вверх, а бум! Бум! Полетел, прям мне в голову попал. Так. Ну, что такое? Теперь открываю два кейса я. Два скорпион-кейса, просто папочка врывается в эту сферу. Вы сами знаете, ребята, я топ-1 открыватель кейсов всей Руси. Просто смотрите и учитесь, как надо открывать кейсы. Это называется кейс легкого мизинца. Сначала поковырялся в попе, а теперь открывает пальцы. Okay. Кейсы. Нормально. Так. Нормально. О, да ты. Подожди, что, 4-1 ты выигрываешь. У тебя легендарка выпала, да. 4-1 ты выигрываешь. Так, ребята, это нормально. Очень плохо. Тик-так, меня выигрывает 4-1. Я открою еще один скорпион кейс. Пожалуйста, спаси меня. Пожалуйста, скорпион скрейч. Я тебя прошу, молю. Изи ничего, ребята. Это габелло. Ну подожди, моя рарка стоит дороже, чем твоя рарка. Поэтому получается 4-2. 4-2, 4-2, я выигрываю. Выбирай дальше, кейсик. Свой любимый фейбл. Ну ты побеждаешь, слушай. Интересно, что же можно выбрать? Фейбл кейс или фейбл кейс? Давайте-ка выберем лучше фейбл кейс. Ну какой по счету? Какой по счету? Выбирай, какой по счету. Давай первый, будешь первым нубом в этом мире. Поехали! И тебе выпадает. Так, 3 ножа пролетело. М110 Кибер, слушай. Да ты что, чувак, самый дорогой скин на рынке. Слушай, ты специально подкручивал? Конечно, так, ну будет. Что же, а теперь смотри, как открывает папка. Просто смотри. Давай. Лучше. Давай закроем глаза. Давай, закрываем. То есть ты сказал папка, это я сейчас открываю, получается? Там я открываю, закрывай глаза. Давай. 3. Ладно, закрыл. 2, 1. Закрываем глаза, так я не вижу. По-любому пролетело 1000 ножей. Открываем глаза, и мне выпадает. Блин, лучше бы не открывали. Ты просто подсматривал, я видел. Да я не подсматривал. Так, ну что же, открывай дальше. Фейбл кейсики. Давай, давай. Давай, полетели. 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 Просто хэштег полетели. Бум. И тянем к себе аркану. Ох ты что. Ну это ну, примерно... Да. Ну да. Мне полпрепод пишет, что не на паре. Я кейсы открываю. Вот и поэтому я не на паре. Твоя UMP-шечка, твой статрек стоит всего лишь 45 голды. Я прямо сейчас постараюсь выбить нож и быть топ-1. Давай, давай, давай. Ножимус. Давай. Выпадамиус. Полетели. Нож. И еще не подай. Нож. Нож. Так, ходил сатрек, сатрек, сатрек. Блин, тик-так опять побеждает. 5-2. 5-2. Это фиаско. Ты просто вдумайся, я даже на фейбл-кейсах тебя выигрываю. У нас тем временем осталось ровно по 3 кейса, потому что мы открываем каждый из нас по 10 кейсов. Я 10 скорпион-кейсов, Саня 10 фейбл-кейсов. Ну что же, Саня, возможно, я сейчас закомбэчу. Возможно, это мой шанс, а возможно, нет. Возможно, нет. Давай, я сделаю тебе буст на твоей любимой рарочке, как ты меня просил. Давай, давай, давай. Готово? Нет, пожалуйста, на арканы. Ладно, давай, на одну аркану. Так уж и будет наш бабочка, давай. Он все равно не выпадет. Если он выпадет, я кушаю свои носки. Фух, что не выпал. Аркана, чувак. Хэштег носки. Вот прямо сейчас ты увидишь, как правильно выбивать настоящую аркану из скорпион кейса. Давай, давай. 3, 2, 1. Так, буст, пожалуйста, 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 пожалуйста. Полетели. Да, ну, если вот нож пролетел, нож пролетел. Легендарка, стой. Блин. Счет 5-3. Ребят, я напоминаю, что счет 5-3 и тик-так, к большому сожалению, выигрывает. Но это ненадолго. Два кейса остается. Два кейса остается. Либо будет ничья, либо я выиграю. Давай, поехали. Полетели. Готов? Давай. 3, 2, 1, бац. Бац. Ох ты, блин! Ох, как же было опасно. Так, 4 голды. Сейчас просто смотри, сейчас будет 5-4. Я за камбэч, я постараюсь его выиграть. Ребята, хэштег кентуха тащи. Не, чувак, рарка. Дело буст. О, великий нож, скорпион, выпади. 3, 2, 1. Держим кулачок. Не отпускай, Сань, подними кулачок. Чего? Этот скин на 2 голды стоит, по-моему. Статрек! 5-4! Почти камбэк! 5-4! Ты понимаешь? 5-4! У тик-така остается ровно 2 кейса. И у меня 2 кейса. Давай сразу залпом откроем. Ты готов? Подожди, как это залпом? Ты 2 кейса, и я 2 кейса. Давай тогда один мне скорпион, один тебе скорпион. Давай. Честно, давай. 3. Это мой, да? Да, мой, да, твой. Полетели. Просто полетели. Хэштег полетели. Полетели. Нормально. Дос голды. Теперь ты открываешь... Теперь я тоже фейбл кейс. Давай фейбл кейсик открываю. Фейбл кейс открываешь. Фейбл кейс. И тебе выпадает. Поехали. Иди сюда, малышка. Ну.
Почти нажвался трек, спаси меня, спаси! Ну блин, я проиграл, все! Все, все, 7-4, все, я по-любому проиграл. Давай, если ты нож сейчас выпадет, если сейчас нож выпадет, ты... Давай, 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 сейчас открываем твой фейбл кейс, и потом мой последний скорпион. Давай, давай. 3, 2, 1. Так, ребятки, давайте. Ох ты, блин, сколько аркан пролетело, как же страшно. Я ж прям на секунду пересрал. Нормально, 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 нормально. Ну а прямо сейчас... Я открою последний Скорпион Кейс. Надо поколдовать. Скорпион Кейс, иди сюда. Арканы выпадай. Новые ножи выпадайте. Тик-така, писюн отпадайте. Поехали! Так, Скорпион. Пролетел Скорпион, пролетел Скорпион. Хэштег псих, ребят. Блин, я проиграл. Ну, как и всегда, в принципе. Короче, ребятки, если надо взять реванш, хэштег реванш. Ну а с вами был Кента ПК и... Тик-так, не забывайте писать хэштег нечестно. Хэштег реванш. Ребята, к сожалению, в этой нелегкой битве победили Fable Case. Я сам не понимаю, как такое возможно, но они реально победили. С вами был ваш Кентуха. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ссылка на этого парня будет в описании. Всем удачи, всем пока. Пока, ребятки.